В Щелковской школе номер 17 открыли парту героя в честь участника Великой Отечественной войны полковника Александра Яковлевича Каркача. Он начал военную карьеру в 1943 году, когда получил первое назначение командиром взвода связи, участвовал в Курской битве. После войны окончил военную академию связи и продолжил службу в армии. С января 1973 года по ноябрь 1981 Александр Яковлевич командовал Щелковским командно-измерительным пунктом. Был основателем и председателем ветеранской организации войсковой части и первичной ветеранской организации «Щелково-7». Александр Яковлевич проводил большую просветительскую, краеведческую и патриотическую работу с молодежью, школьниками, солдатами срочной службы и офицерами. Внес вклад в формирование современного облика бывшего военного городка «Щелково-7». Вот сейчас, по сей день, значит, жители нашего городка с благодарностью вспоминают Александра Яковлевича. Вот все, что сделано, проложены дорожки, высажены аллеи, деревьев, берез, это все делалось под его руководством, непосредственным руководством. Парту открыли местный координатор партпроекта «Новая школа», участник предварительного голосования Анна Грызлова, ветераны, молодогвардейцы, учащиеся школы. И сейчас, нисколько не стыдясь, признаюсь вам, мне страшно было. Я с нетерпением ждал, когда наступит ночь, чтобы она мне радость жизни подарила. Так получилось, что я жив остался в тех боях ужасных. Но до сих пор я помню их, там оставшихся товарищей моих. Сидеть за именной партой будут школьники, которые добиваются значительных успехов в учебе, и те, кто принимает активное участие в жизни класса. Информация на парте будет доступна для ознакомления всеми учениками школы. Евгения Корытько, Елизавета Плужникова, Ксения Курьянова, Щелковское телевидение.